Впервые Алсу дала откровенный комментарий по поводу слухов о своем разводе. Стали известны подробности. 35-летняя Алсу редко дает интервью, касающиеся ее личной жизни. Может быть, именно поэтому поклонников певицы так интересуют подробности ее отношений с мужем, российским бизнесменом Яном Абрамовым. В последнее время в сетевых поисковиках лидирует запрос «Алсу разводится с мужем». Наконец, звезда шоу-бизнеса решила внести ясность в эту ситуацию. О господи, я знаю, откуда это. На своей странице в социальной сети практически совсем не выкладываю наших с Яном совместных фотографий. И несмотря на то, что я их и не выкладывала и раньше, все равно в какой-то момент поднимается волна. А, так, наверное, Алсу развелась. Дело в том, что мы с мужем не сторонники выставлять на всеобщее обозрение нашу семейную жизнь. Что съела на завтрак, с кем встретилась, что делает дома. Мужа вообще нет в соцсетях, а мои посты больше о творчестве, работе, концертах, сообщила певица в недавнем интервью. Алсу отметила, что в их семье царят патриархальные отношения. Ее супруг исполняет полноценные функции главы семьи, поэтому он отвечает за принятие глобальных решений. Какие-то мелкие вопросы Алсу и дети решают самостоятельно, но в основном всегда советуются с Яном. И его слово является окончательным. Как скажет, так и будет. Правда, певица отметила, что муж всегда прислушивается к ее аргументам и объясняет мотивы своего решения. Нередко певице приходилось сталкиваться с мнением, что она оставила гастрольную деятельность из-за запрета мужа. Алсу подчеркнула, что это было ее собственным желанием, и не хотелось длительное время проводить в разлуке со своей семьей. Признаться, задело, когда пресса начала писать о том, что якобы Ян противник моей артистической карьеры, что не пускает бедную жену на выступление. Чушь. Муж поклонник номер один певицы Алсу и с удовольствием приезжает на репетиции, участвует в записи альбома. Напомним, что в конце прошлого года певица представила на суд публики свое новое грандиозное шоу «Не молчи», посвященное 20-летию ее творческой деятельности. В новой программе поклонники увидят совершенно преображенную певицу с неожиданным образом и характером. Шоу стало симбиозом нескольких направлений, объединило Восток и Запад, оркестровые аранжировки с танцевальным битом. Концерты Алсу, недавно получившие звание заслуженной артистки России, состоялись в Казани, Санкт-Петербурге и Москве.